Привет, друзья! Вы на канале «Наука. Космос. Будущее». Сегодня мы сняли видео в новом формате – веселом и игровом. Мы взяли фрагменты из нескольких фильмов и предлагаем вам ответить на вопросы после каждого из них в комментарии под этим видео. Ну что, поиграем? Стажер Зинченко. Тут. На канаты. Леонид Александрович. Ну, сейчас точно будет стыдно. Стажер Зинченко. Стажер Зинченко, штурвал на себя! А вот и я, труженьки. Спасибо. Как это ты угадываешь? Только подумаешь, хорошо бы кофейку хватить, а ты уж тут. Биотоки? Может, просто внутренний локатор? Какие там биотоки? Просто ведьма. Простая советская ведьма. Прошу, напитки, леденцы. Простите, а... На какой высоте проходит наш полет? 4000 метров. Леденцы, прохладительные напитки? Даже не знаю, что делать. А что случилось? Непоправимое. А можно бы конкретней? Болит. Так вам и леду, я сейчас. Я думаю, медицина здесь бессильна. Может быть, на борту есть врач? И вы думаете, он поможет извлечь из моего разбитого сердца стрелу... Купидона. Значит, леденцы и прохладительные напитки не желаете? Лерочка, я ведь серьезно. Я, можно сказать, с детства мечтал о стюардессе. Это любовь с первого взгляда. В таком случае вам не повезло. Извините, я обслуживаю пассажиров. Пожалуйста, леденцы и прохладительные напитки. Потерпи, маленький. Скоро все кончится. Ольга Ивановна! Воды. Товарищ проводница. Стюардесс. Бортпроводница. Стюардесса. Ольга Ивановна, что с вами? Оля. Я совсем не вношу болтан. Давайте я помогу вам. Что? Меня не допустит полет. Ольга Ивановна! Возьмите слоника на счастье. Спасибо. Из всех своих спутников знаменитый Амундсен больше всего уважал метеоролога Мальмгрена. И знаете почему? Его укачивало не только на пароходе или на самолете, даже в гамаке. И все-таки он сопровождал Амундсена во всех его тяжелейших морских и воздушных экспедициях. Это был викинг, не переносящий качки. Значит, я викинг, не переносящий болтанки. Паровоз хорошо, пароход хорошо, самолет хорошо, а оленя лучше. Успокойся, папаша, все знают, что оленя лучше. Оленя лучше. Лучше намного. Оленя лучше. Лучше, лучше, да. Лучше. Самолет хорошо, пароход хорошо. Ой, извини, дорогой, помешал спать тебе песни свои. А на этом все, друзья. Подписывайтесь на канал и увидимся.